Всем привет! Сегодня у нас на обзоре телеграм-канал Дмитрий Емельянов, Криптоблог. Прежде чем мы начнем, я советую вам подписаться на наш телеграм-канал по ссылке в описании. Там мы советуем лучшие проверенные методы для заработка денег. Дмитрий Емельянов, Криптоблог выглядит как еще одна группа в мире криптовалют, обещающая своим подписчикам успешные торговые сигналы, рекомендации по инвестициям и, конечно же, долю от своих успехов на рынке. Однако при ближайшем рассмотрении проявляются несколько аспектов, которые поднимают вопросы относительно надежности и прозрачности данного проекта. Сразу бросается в глаза использование автором реферальной ссылки на сервис BenGix. Это может вызывать сомнения в беспристрастности предоставляемых сигналов и рекомендаций, так как автор может иметь свой интерес в привлечении новых пользователей. Реферальные программы не всегда гарантируют объективность, и пользователи могут быть озадачены, зная, что автор получает выгоду за привлечение новой аудитории. Отсутствие отзывов в сети также является негативным моментом. Отзывы обычно служат важным фактором для новых пользователей, помогая оценить репутацию и достоверность канала. Отсутствие обратной связи может вызывать опасения относительно того, насколько информация в группе достоверна и полезна. Закрытые комментарии в группе создают ограничения для открытого обсуждения. Отсутствие публичных обсуждений может создать впечатление, что создатели группы не заинтересованы в обратной связи или пытаются избежать открытой дискуссии. Новизна проекта, выраженная в его сравнительно коротком времени существования, также вызывает сомнения. В инвестициях и торговле криптовалютами пользователи часто предпочитают более устоявшиеся и проверенные источники информации. Низкие просмотры под постами могут свидетельствовать о недостаточной активности аудитории, а также о том, что предоставляемый контент не привлекает достаточного внимания, и это может вызывать вопросы относительно интересности и полезности предоставляемой информации. Отсутствие информации об авторе канала также создает неопределенность, которая может влиять на доверие к каналу. Недостаток прозрачности относительно опыта и квалификации автора может создавать мнение в отношении достоверности предоставляемых сигналов, а также аналитики. Большое количество постов с успехами при совместной торговле, но отсутствие верифицированной статистики вызывает вопросы относительно надежности предоставляемой информации. Скриншоты успехов легко подделать, и пользователи могут быть неуверены в реальности предоставляемых данных. В целом, учитывая описанные недостатки, Дмитрий Емельянов, Криптоблог представляется типичным представителем криптоканалов, ориентированным на привлечение новых пользователей через реферальные ссылки и рекламу своих торговых успехов, но при этом не предоставляющим достаточной информации для оценки его достоверности и надежности. Пользователям рекомендуется проявлять осторожность и проводить тщательное исследование проекта перед принятием решения о взаимодействии с ним. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал с проверенным заработком. Ссылка в описании.